пешком по республике. В предыдущей серии. 100 лет заповедному делу, и наша программа тоже не могла оставаться в стороне от этого события. Это город Йошкар-Ола. Мы сейчас находимся в северной части. Заповедник находится на территории... На стыке двух районов, это Медведевский и Климарский, добрались до кордона Старый Перевоз. Люди здесь бывают настолько редко, что вот нас сразу же уже встречают. Ну, не нас, старшего бездарственного инспектора встречают. Мы находимся в павильоне, который называется «Охота Мари». Тут небольшие инсталляции. Давайте начнем по порядку. А это какое животное? Это косуля. Косуля? Это они водятся редко, здесь? Она редкая в нашей республике, но единично водится. Единично? Да. Ничего. А откуда они? С Кировской спускаются? Нет, они поднимаются от Волги. С Нижегородской, значит, да, поднимаются. Волги поднимаются, чуваши. Так, история развития охоты в Марийском крае. Я хочу сказать, что история развития охоты у народа Мари начинается с истории развития народа Мари. Мне кажется, как только появился первый мариец, так же появился первый марийский охотник. Итак, что мы здесь видим? Кремниевые наконечники стрел, юринский могильник. О, могильник. Может быть, до него когда-нибудь доберемся. Усть-Ветлужский грунтовый могильник бронзового века открыт в ходе археологических разведок и сборов, предпринятых осенью 2000 года в окрестностях несуществующей ныне русской деревни Сутыри, давшей название комплексу поселенческих памятников, имеющих широкий хронологический диапазон от эпохи неолита до позднего средневековья включительно. Железные наконечники стрел, охота. Капкан металлический на медведя. Змея и черепашка. Я не знаю, какое это животное было первоначально, но смею надеяться, что это ур, белка. Лук, тетива, все здесь... Перья. Оу! Птица. Судя по картинке, это чернеть. Шуэ лудовлак. Так, это глух. Нет, это тетерев. Тетерев и... Это я даже не знаю, что. Наверное, рябчик. Тумна-тум-тум. Тумна. Тумна-то это кто? Правильно, это сова. Так, это морда. Капкан. Железный. Ну вот как-то так. О важности охоты у народа Мари в средневековый период свидетельствует тот факт, что беличью шкурку марийцы принимали за эквивалент денежной единицы. Так кум-ур, 3 белки, равнялись 1 копейке, а латшимыр, 17 белок, 5 копейкам. Добытое марийцами при охоте мясо нехищных зверей употреблялось в пищу, а шкурки, выделанные охотниками, сбывались на местных рынках или приезжим скупщикам. По данным полевых этнографических материалов, марийцы не охотились на таких птиц, как лебедь, дикий гусь, журавль, и не употребляли в пищу их мясо, считая это грехом. Очевидно, данный факт – отголосок древних тотемистических представлений марийцев. В послевоенные десятилетия были предприняты меры по расширению видов промысловых животных и их охране. На территорию республики завезли и разместили в естественных условиях ранее исчезнувшие и новые виды зверей – бобры, кабаны, андатры, американские норки и другие. Медведь, а это чья работа? Это у нас есть резчик. А, резчик по дереву. Он... Художник, да, выпускник. Художественно-промышленное училище. Угу. Товарищ, вот он занимается у нас, помогает оформлять нам все это дело. Ага, ага.
У нас вот в павильоне «Охота Мари» вот у нас медведь с ружьем. Значит, в павильоне на следующем кордоне кордон «Аргамач», там медведь, там кордон, павильон пчеловодства народов Мари. А, ну, там посмотрим. Колоды, и там медведь уже с пчелками, ага. С бочонком меда. Ага. Где павильон «Рыбалка народа Мари», там, значит, медведь со щукой. Угу. А вопрос такой, вот на эмблеме заповедника находится бурый медведь. А, соответственно, символом гордости заповедника являются бурые медведи. У вас здесь их часто встречать, да, встретить медведь можно? Медведь у нас обычный вид, я бы сказал, даже очень распространенный, постоянно обитающий, и который у нас ложится зимовать в берлоге, в заповеднике. Здесь, вот, конечно, находит и хорошее питание, потому что у нас много ягодников, угу. И у нас дубняки хорошие. И плюс к этому на него никто не охотится, никто не гоняет. Угу. А вы видели медведя здесь? Конечно. Угу. Каждый год постоянно видим медведей, неоднократно. И как бы они... А берлогу вот так издалека увидеть вы можете? Берлогу издалека сейчас уже не подойти, а нынче даже мы снимали. Медведь ложится, мы снимали с осени, когда был маленький снег, можно подойти. Но он в это время идет осторожно, а прошел дождик, хрустело сильно. Мы подошли метров на 70-80 снимали. Видно, что лежит медведь. Его даже видно было вору шкуру. Он, угу. Он не закапывался в нору, это был самец молодой. Он лежал наверху. Но он поснимали со стороны, ближе побоялись подходить, потому что можно спугнуть, а в какую сторону побежит. Он как не отреагирует, знает, непонятно, да? Да? Он сам не знает. Да. Даже если бы мне предложили «Оскар», я бы все равно не хотел бы встретиться с медведем. И сниматься с ним вместе. Тем более в одном эпизоде, да, не хотел бы сниматься. Эй, не теряем времени, нас пригласили на чай. Так что пойдем внутрь, согреемся и отправимся дальше. Нас ждет кордон «Аргамач». А пока мы посмотрим, что же там в этом здании. Чем же занимается государственный инспектор в рабочее время? Ох. Здрасте. Здрасте. Александр, Леонид. Леонид. Алексей, это тоже Алексей. Здравствуйте. Ну, все, зашли в помещение, объектив запотел. Сейчас, как он оттает, мы продолжим съемку. А пока вам всем приятного чаепития. Все отпотело. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию. Итак, что же мы видим внутри? Это такой, как бы, небольшой природный хостел. Три кровати. Вот здесь инспектора ночуют. Помните, была батарея, даже две батареи были солнечные. Здесь находится пульт управления батареями. Вот Леонид, наверное, нам сейчас все расскажет. Во-первых, знакомьтесь, это Леонид, государственный инспектор, который находится на кордоне «Старый перевоз». Скажите, вы в другие кордоны переезжаете или вы только здесь находитесь? Ну, как, ходим. А, ходите, да? Да. Проезжаете? Да. А чем занимается государственный инспектор? Ну, ходим по территории, иди по маршрутам, угу, угу. Считаем зверей, ну, смотрим. По следам, да, все определяете? Смотрим, нарушители, чтобы не заходили. Ага. А если вот нарушитель какой-нибудь зайдет, случайно или не случайно, у вас есть какой-то свод правил, по которым вы действуете, алгоритм? Можем протокол написать. Протокол написать. А можно и в торец, да? Протокол пишете, да? Вас, ну, в принципе, местные жители в курсе, да? Да, местные жители, да. Но попадаются? Ну, когда бывают. Ну, все же хотят грибочков-то заповедных покушать, да? Грибочки-то везде есть. Ага. А расскажите нам, пожалуйста, о вашем месте обитания в рабочее время. Вы здесь находитесь постоянно? Нет, зачем? Ходим домой на выходные. А в выходные кто-нибудь здесь дежурит? Да, кто-нибудь другой. Ага, а вы здесь по одному живете? Или вот три кровати, или по трое? Нет, двое мы только здесь. А, по двое, да? Ну, у него все эти выходные, у меня тут другой день выходные. Ага, а, по очереди, да? Да. А сколько, по сколько здесь живете? Вахта-то сколько длится? Неделю два выходных у нас. Ага, ага. Так, кто-то болеет за сборную России здесь, да, я вижу? Портупея кто-то служил. А это что такое? Это телевизор. Телевизор прям есть у вас? Да. А, ну такой маленький, на солнечных батарейках, да? Да, 12-вольтовый. А солнечные батареи когда у вас поставили? Так, года 2-3, наверное. Три года уже? Два.
Два, наверное. Ага. Три года. Ну как, нравится вам? Ну, сейчас веселее все равно, свет хоть есть. Ага. А раньше свет не было, керосиновыми лампами это пили? Да, ой, освещали, да? Да. Так они же пахнут. Так. Ночью включали. А, лучше пусть пахнет керосином, чем в темноте сидеть, да, глаз выколи. А ночью, вот, точнее, зимой у вас, ну, во сколько сейчас темнеет? В 4, да, часа примерно? В 3? 4, да. Вот. Дальше что вы делаете? У нас до 5 связь, 5 выходим по связи. А, у вас еще периодически надо выходить и обстановку, да, сообщать? Да. Вы старшему инспектору сообщаете? Мы в город сообщаем, дежурнику. А, дежурному. Местные жители, например, ну, ваши соседи говорят, Лень, можно в твою смену схожу, пройдусь немножечко? Бывает? Нет такого. Нет такого, наказываете строго? Да. Нас тоже проверяют. А, вас тоже проверяют? Да. Это называется тайный покупатель, да? Подходит, проверяет с проверкой, как бы друг другом, а табачок вбросит. Хорошо, хорошо. Много туристов уже приняли? Ну, сейчас не знаю сколько. Не помню. Ну, весной приходили. Ой, осенью приходили, да. Нет, ну сейчас зимой-то после первого... января, точнее, после 31 декабря уже запрещено сюда водить туристов. Но вот ждете в ожидании. Для вас это тоже, наверное, какой-то интересный опыт. Чем вы занимаетесь в темное время суток? Да, вышли в 5 часов на связь, сказали, доложились, у нас все нормально, сигнал хороший, 5 лосей по-прежнему на нашей территории. А дальше что вечером, чем занимаетесь? Ну, своими работами, так, сидим, сейчас темно отсюда. Ага. А кормушки какие-то вы делаете там? Нет, здесь кормушек нет. На территории этого кордона, да? Нету. А где-то дальше есть? На территории заповедника какие-нибудь кормушки? Ну, там вот на пристани будет, вот, на... там быстрые кормушки. Ага. Ну, это смотровая площадка, да. Специально кормят для того, чтобы можно было увидеть и посчитать количество кабанов или... Кто там выходит? Лоси наверняка. Просто нет. Лоси не выходят. Ну, спасибо вам за то, что вы занимаетесь таким очень важным делом для нас и для нашей природы. Вам успехов, мы пойдем дальше. И поздравляю вас со столетием заповедного дела в нашей стране. Пойдем дальше. Пешком по заповеднику. Дикая яблоня до сих пор плоды на ветвях своих держит. Говорят, сюда в какие-то годы, вот Михаил Николаевич выразился, енотка приходила, питалась ими. Енотка – это енотовидная собака. Енотовидная собака. Я думал, где-то они в Америке такие енотовидные собаки водятся. Ну, почему-то так, на слуху. Енотовидная собака принадлежит к семейству псовые. Это единственный вид с естественной средой обитания в восточных районах Азии. С 20-х по 50-е годы несколько тысяч представителей вида перевезли в европейскую и прилегающую к ней азиатскую часть России. Целью ставилось улучшение качества меха за счет другого питания и иной среды обитания. Адаптировались в Новгородской, Псковской и Смоленской областях. Излюбленные места обитания – влажные луга с заболоченными низинами, заросшие поймы рек и приречные леса с густым подлеском. Вот такой вот прекрасный кордон, небольшой, маленький, уютный, приятный. Я спросил, наверняка здесь даже у нас, у городских жителей, от такой тишины вот этот гул начинается, точнее, это как бы фантомная память вот нашего городского шума в наших ушах остается, и не понимаю. А вот в таких местах можно просто умиротворенно сидеть, медитировать, дышать, жить хочется. Прекрасное место, замечательное место, волшебное место. Но пойдем на другой кордон.
никогда не задумывались, почему лося называют сахатым? Все дело в том, что слово «саха» переводится как «раздвоенный». Если вы помните, как выглядит саха, то она представляет собой такую раздвоенную пластину, которой, собственно, вспахивают землю. Так вот, благодаря вот этой раздвоенной пластине люди стали замечать, что у лосей рога-то тоже похожи на саху, и поэтому лось называется сахатым. Ну вот, собственно, подвязка к лосиной тропе. Вот эти следы лося. Благодаря широким копытам, высоким, сильным ногам, лоси способны проходить через непроходимое для обычного человека, и необычного тоже, пространство вот снежное. Только почему-то он петлял, он, наверное, тихонечко шел. Там вот дома даже видно, видите, рядом с домами. А, ну да, да, вот он. Рядом с кордоном, буквально в 100 метрах прошел. Я, конечно, не могу определить, давно это было или недавно. День-два. Но специалист говорит, день-два. Но мы не имеем повода ему не верить. Наш поход выходного дня продолжается. Мы набрели на очень странное место. Раньше здесь находилась деревня. Сейчас этой деревни нет, но кладбище, на котором хоронили местных жителей, осталось. И представляете, в самом центре, можно сказать, в сердце заповедника, кладбище. Кладбище православное, кресты. Хотя деревня, я думаю, была марийская. Здесь есть тропинка, значит, люди ходят. Вот вы послушайте только, как это все скрипит. Это же музыка. Чудесно, чудесно. Эта точка называется пристань Аргамач. Здесь находится наблюдательный пункт. Вот там кормушка, мы сейчас до нее дойдем. И, конечно же, туда наверх тоже поднимемся. Пойдем, посмотрим, что такого тут интересного. Ну, Михаил, кабаны были? Кабаны были, но следы уже замело снежком. Там остатки корма лежат. Остатки корма. Ага. Можете посмотреть, подойти. А где камеры? Камера-то есть? Камеры здесь нет, сейчас снято, на зарядке стоит. Камера устанавливается у нас вот на той сосне всегда и вот здесь, на тропе. Вот, вы можете видеть след. После того, как привозили корм, прошла лисичка. Вот ее след, цепочка. Вот два следочка, и вот она пошла между березок, проходит вокруг. Угу. Она сюда почему ходит? Мы подкармливаем кабанов зерном, здесь заводятся мышки. И лисица всегда этим местом тоже интересуется, приходит. А зерно не ест? Зерно лисица не ест, а вот мышек очень любит. Ну вот характерный отпечаток у лисиц. Я вот помню, картинка была цепочка, она так нога в ногу ступает. Это видно, это маленький отпечаток, небольшой отпечаток, лап, отпечаток собак. Следующей серии. Специально, чтобы кабаны чесали сильно об него, не повреждали другие деревья, его намазывают обычно первый раз для начала, обмазывают или соляркой, или отработкой масла. При этом нужно абсолютно тихо сидеть, и можно увидеть мелькнувший силуэт кабана.